когда ты улыбаешься, ноги погибаются, тело рассыпается, планет взрывается. Когда ты улыбаешься, ноги погибаются, тело рассыпается, планет взрывается. Ночь выжигает мои пьяные мысли. Видишь, как небо над нами снова зависло. Сколько мне ждать, когда ты успокоишься? Внимание твое, это моя утопия. Ты заявляешь, что все будет, как было. И в этот момент мою улыбку разорвало. Не трогай меня, пожалуйста! Как мне понять, что это все не со мною? Что мне дух? Заплатил бы за это двойной ценой. Улыбаешься, ноги погибаются, тело рассыпается, хватит! Годи! Спасибо! Это правильно. В важных вопросах нельзя идти на компромисс. Просто отпад! Где бы показать костюм, когда он будет готов? Я в ожидании чего-то опасного, магически белого. Жизнь ужасного, как оценить, что имел наличие. Я бы ждала столько, сколько нужно. Пустые места, они так идентичны. Давай заполнять наши клетки. Точно. Раз я выполнил обещание, ей больше незачем проводить со мной время. Сегодня все кончится. Совсем плохо, да? То, что нужно. И поза идеальная. Что мы с Китагавой вообще заговорили? Я ведь всегда держался особняком. Никогда. И ни с кем не гулял после школы. Никто никогда не приходил ко мне на выходные. Все это было мне в наличнице. Когда ты улыбаешься, ноги погибаются, тело разрывается, планеты взрываются. Спасибо, Тингоди. Китагава, ты была просто прекрасна. Я называю прекрасным только то, что по-настоящему трогает душу. Не хочу разбрасываться этим словом направо и налево.